Добровольные пожарные дружины на Калининской АЭС формируются из работников подразделений станции. Все они проходят специальную подготовку, как теоретическую, так и практическую. Соревнования, организованные на территории пожарно-спасательной части номер 8 по охране Калининской АЭС, это возможность для пожарных добровольцев отработать знания, навыки и побороться за звание лучшего боевого расчета. Каждый боевой расчет добровольной пожарной дружины состоит из 4 человек – представителей оперативного персонала, цеха или отдела. А всего на Калининской АЭС в ряды добровольных пожарных дружин входят более 230 работников. Среди 14 боевых расчетов, которые приняли участие в соревнованиях, было 13 мужских и одна женская команда химического цеха. Мероприятие на базе пожарно-спасательной части номер 8 было организовано Калининской АЭС при поддержке первичной профсоюзной организации станции. Как говорят, соревнования главное не победа, а участие. Но в части соревнований, где проверяются профессиональные навыки, физические навыки, мое мнение, что победа – это как раз главное. Поэтому желаю вам всем удачи, желаю победы. Ну а те команды, которые, к сожалению, не займут призовых мест, в дальнейшем больше практиковаться, больше заниматься и на следующих соревнованиях занимать призовые места. После показательного прохождения всех этапов соревнований бойцами пожарно-спасательной части номер 8 на дистанцию вышли команды подразделений Калининской АЭС. Соревнования проводились в виде эстафеты. Первый участник должен был преодолеть препятствие, спортивный забор и передать эстафетную палочку второму члену команды, которому предстояло выполнить тушение пожарного противня с помощью огнетушителя. Третий участник команды со свернутым пожарным рукавом должен был преодолеть бум. Это спортивный снаряд для проведения тренировок и выполнить соединение пожарных рукавов. На четвертом этапе пожарных добровольцев ожидало испытание на меткость, поражение мишени напором воды из пожарного ствола. С поставленной задачей справились все боевые расчеты, но задание было необходимо выполнить не только правильно, с применением средств защиты и соблюдением техники безопасности, но и максимально быстро. Времени точного пока не знаю. Первое место пока что. Это было достигнуто результатом тренировок, во-первых. А во-вторых, хотелось бы отметить, что мы все спортсмены. Мне предложил ведущий инженер поступить в добровольную пожарную дружину. Но я, разумеется, не отказался. Подобные навыки могут спасти даже не только оборудование, но, я бы сказал, и жизнь. Наряду с мужчинами дистанцию эстафеты преодолела и женская команда химического цеха «Калининская АЭС», который выставил на соревнования сразу 2 боевых расчета – мужской и женский. Эйфория, что прошли. Нормально на самом деле. Я считаю, нормально показали. Даже мужчин вон обогнали некоторых. Мы являемся оперативным персоналом на нашем участке, поэтому обязаны следить за противопожарной обстановкой. После прохождения дистанции всеми командами и подсчета результатов были озвучены итоги соревнований. Организаторы не стали томить участников долгим ожиданием и сразу озвучили победителя. Им стала команда добровольной пожарной дружины электрического цеха станции. Кто первый, тот остается всегда в памяти. Так что вы первый победитель первых соревнований по ДПК Калининской атомной станции. Я вас поздравляю. На втором месте боевой расчет добровольной пожарной дружины турбинного цеха номер 1. На третьем месте команда учебно-тренировочного подразделения Калининской АЭС. Каждый человек вообще должен знать, как вести себя в экстренных ситуациях, когда какое-то возгорание, что делать, как пользоваться первичными средствами пожаротушения. У меня у самого высшее пожарное образование, поэтому я не мог здесь не оказаться. Ну а потом подобралась команда молодых спортивных. Надо еще упорнее тренироваться и показывать результаты. Команда электроцеха, помимо звания лучшего боевого расчета, получила право представлять Калининскую АЭС на соревнованиях среди филиалов концерна «Росэнергоатом», которые планируется провести в сентябре на Нововоронежской АЭС. Дмитрий Ермаков, Управление информации и общественных связей Калининской атомной станции.